Частные дома Ленского района отремонтируют за счет местного бюджета. Об этом нашему телеканалу сообщили в администрации муниципалитета. Небольшие поселки получат по 1 миллиону рублей. Крупным Витиму и Пеледую достанется по 3 миллиона. Деньги выделяют уже на этой неделе. Ремонт частного сектора коснется определенной категории граждан. Это пенсионеры, ветераны и малоимущие. Решение было принято после жалоб местного населения во время отчета районных властей.